Жители Фрунзенского района заняли призовые места на лыжне России в поселке Парголово. Лыжную эстафету Петербург в этом году подхватил позже других регионов страны. Целую неделю провести соревнования организаторам не давала погода. К выходным снег наконец выпал, и парголовская гонка стала самой масштабной в городе, собрав больше 3500 участников. Первый массовый лыжный старт состоялся у нас после снятия блокады сразу в январе 1944 года. Это очень замечательно. Ленинградцы, петербуржцы любят этот вид спорта. Из Фрунзенского района в лыжне России участвовало 90 человек. В гонке сильнейших третье место среди юношей завоевал Николай Петров, учащийся школы номер 441. А на массовом старте серебро досталось Владиславу Бондаренко из 201-й школы.